как круто и очень эффектно получаются зарисовки с использованием техники размытия чернил. Берем скетчбук и перьевую ручку и используем их по назначению. Я, например, рисовал ворота вымышленного замка из головы. Сверху нарисовал симпатичные фигурки ангелов, скульптурные композиции в арочных нишах. Обратите внимание на технику рисования, она исключительно простая и построена на некотором количестве штрихов и размытии чернил. Чернила размываю простой водой с помощью простой кисточки. Но тем не менее, при всей простоте, такая техника дает эффектность и объем. И рисовать такой техникой очень быстро. Изображение выглядит одновременно и очень детализированным, и очень обобщенным. Такая техника позволяет мне не рисовать тщательно, не рисовать долго, а очень быстро в фоновом режиме получать готовый результат. И скетчбук в виде книжки всегда со мной. Лами на кармане, как вы понимаете, тоже. Лучшие друзья, блин, архитектора-пейзажиста. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.